Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кирилл, и сегодня мы поиграем в такую прекрасную игру, в которой затеряна очень и очень такая история, на которой почти нет ответа. Ну или есть. Короче, это игра Scoopy Playtime 3, Chapter 3. Да, я не знаю, почему я начал играть именно в третью часть, ведь есть еще и первая часть, и вторая. Ну... Я решил заснять про первую, так как я хочу заснять про первую, да. У меня все такое сероватое, я не понял, почему. Насыщенность, гамма, насыщенность, что ли, побольше поставить, что ли. Во-во-во, вот так пойдет. Нифига, у меня тут руки, одни руки отсвечиваются, тут даже зеркало есть. Вот так вот мы пролезаем. Стоп, что у меня там за график? Низ, 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 низ. Ну, как всегда. Как всегда, что могу сказать. Так, мы прыгаем по этим поршням. Ну что, в машине какой-то, что ли, или что? Это мы по целым поршням прыгаем. А, вот эффект. Музыки вообще. Вот так вот, нормас, вообще. О, вообще хорошо, прям. Пропрыгиваем сюда и вот сюда. Вообще в Puppy Playtime 3 вообще тут. Прям. Прям вообще графон вообще прям очень хороший. Так, это мы сейчас где? А, это мы вот тут сверху, что ли? Сверху где? Короче, мы, нас выкинул этот код... Пятнеп, что ли? Это дремот этот, как его зовут? Вообще не знаю. Так, нажмите Е для взаимодействия. Понятно. Так, куда мне? Ух, нифига, опять этот паркур сраный. Сохранение. Значит, что у нас здесь? Так, прыжки. Паркур это. Это что? А, это. Дышка. Прыгаем тут вот так вот. Главное, чтобы я успел. Главное, чтобы я успел. Фух, успел. О, кот Дремот, здорово. О, с этим котом Дремотом наш еще столько. Он тут напердел, нарыгал, насал, нарыгал. Он вообще прям... Ничего, не стесняясь делать свои делишки. Что он не открывается? А, вот. Ой-ой-ой, что мне тут подлагивает. Так, берем батарейку. И вот здесь батарейку. Это пока у нас обучение. Это кто? Ой, я тебя помню. И чё? Он ничего не забывает. Хочешь знать, что я тебя помню? Понятно. Как мне кто-то звонит. Это, наверное, Олли. Уже это все очевидно. А что мне? Плохо так захватывает микрофон. Мне звонит-то кто? Кто звонит-то? Вот это? Короче, тут были технические шуклятки. Шуклятки. Теперь все хорошо. Нам звонит Оли. Я тут почти знаю, как все проходить, если что. Так что я просто буду играть. Вот она нам батарейку дала. Открываем дверь. О, ох ты. Ой, их рук дело. Это там кот Дремот тебя и нашел. Это у нас это со второй части. Так, непривычно. Ну вот так, я хочу на него смотреть долго, очень долго. Очень прикольно. О, новая цель, пробраться в приют. Это куда? В Плейкер? Интересно, там эта табличка Плейкер осталась? Ну.
Короче, нам это попни, попка это. Короче, не дала это уйти. То есть она хотела, чтобы мы ушли, она нам хотела дать лист. Это заколебал уже говорить. Но она нам его не дала, она нам его дала, хотела дать, но... Hello. Здравствуйте. Меня зовут Эллиот Людвиг. When you look around at the world today, what one thing как вы считаете, чему ему больше всего не достает? Я как-то раз решил... Короче, на монтаже все будет. I could perhaps see some little truth in each, but I think each was also missing something. Something simple. You see, not one of them could muster a smile. Вот он этот Эллиот Людвиг. Вот как она прилипает. A smile is hope. A smile is love. Когда прилипает она. A smile is understanding. And there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams. For it is only through hopes and dreams that we may create a better world. One where our children need not be afraid. One where they are protected. After all, this company and its toys are nothing without them. These children deserve to smile. They deserve to love. And they deserve home. That is why it is with enormous pleasure that as the founder of Playtime Co., I announce Playcare, our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse. A place to belong. Много чего тут у нас. Тут у нас сапфир какой-то. Dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. Что это? Дом какой-то. Teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. Школа. May Playcare bring joy, inspiration, and smile to all who enter these doors. For what gives life its meaning, if not a smile? Литература, история, алгебра, геометрия, так, вот всё. У нас идёт сохранение. О, нифига. Хаги-ваги. Мами, мами, мами. Пейджу-выйди. Пейджу-выйди. Ещё динозавр лампа. Вот, пройти под статую. Где, кстати, там есть одна любопытная комната, которую пытаются исследовать. Могу дать тебе от неё ключ. Тут, да. Уйти в зону добычи газа. Кто-то тебе. Смотри мне. Ну, все время ключ какой-то был. Все. А его разве не должны были тут давать? Ладно. Так, где у нас? Он там, что ли? Сейчас я проверю, насколько длинные у нас грегпаки. Оп-оп. Вон он аж весь вылетает. А если... Вот так вот. А дальше не вылетает, длины не хватает. Но всё-таки он длинный очень. Ой, сейчас не дай бог не загрузится. Вот это мяу-мяу-мяу-бам. Добро пожаловать в систему добычи газа. Сердце... Сизовой системы приюта. Весь газ, который исходит от машин, создается именно здесь, на фабрике. Этот газ называется красный дым. Сейчас этот дым идет в правую сторону. Наша задача перенаправить красный дым в левую сторону. Так мы доберемся до него. Скорее всего, в машине будет поставлена парочка из многих охранников, приезжих тебе с ним разобраться. Наша задача разными схемами. Так, сейчас куда нам идти-то? Найдите способ изменить направление газа. Направление газа, да? Куда нам идти? Так.
Так, какой у нас? Так, это что у нас здесь? Warning. О, кот Брюмо, здорово. Что он говорит? Он просто дышит и мычит. Понятно. О, батарейка. Так, это что у нас здесь? Так. Так. Капец, здесь много чего. Я так сюда, наверное, да. О, кассета. Вольтай. 2.0 прототип. О, ничего, где? А, вот оно, господи. Это что? А я могу только руку, что ли, взять? Ну, что тут это? Так, я не понял, а что случилось? А, вот, на клавиши 1-2 можно менять клавиши. Здесь нам нужна... А, сюда нам надо. О, сохранение. Кажется, что-то будет. Это куда яма ведет? Не знает куда. Так что я лучше перепрыгну. Опять. О, вода. Красная. Так, куда сейчас-то? Ну. А, план дальше. Так и как дальше? Я ж туда не долечу. Ну так что ли? О, трубы, стоп, может на трубы надо? Опа, вот так, на трубы, хоп. Не до... Блин! Я сдох. А как дальше? А как? Так. Может быть, я просто не прыгнул? О! Да, прилетел. А теперь это вот сюда. И это вот так, да? Нет, что ли? А как? А нет, так. О, нет. Сколько я могу продержаться? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать. 19. Кто мой рекорд побьет? Так, это у нас как работает? Это сюда, да? А вон тот куда? Вот тот куда? Туда, что ли, куда? Так, а дальше куда? А как забрать-то? Ага, стоп, может так? Что, нельзя, что ли? А нет, можно. И теперь как, вот так? А нет, я же... А, блин. Походу, надо вот так вот. Хоп. Вот так вот. И это, наверное, вот так вот, да? Ага. И чё? Ну-ка, а, вот, да, может, теперь. Вот так вот, да? Теперь вот так. Вот так.
А, надо, чтобы вон тот загорелся. А как? А, вот так вот. Тогда сейчас мы делаем вот так, вот так. Потом, ой. Вот так. Во, вот так надо было. Так. Теперь обратно, да? Ну как мне обратно-то? А, вон дверь открылась. Сохранение. Перезапустить. Во! О, ну все, сейчас перезапускать будем. Нет питания. Я прикола не понял. Погас свет везде. Что за хрень? Что это за монет опять? О нет, кто-то включил питание. Так, я отправила другой ключ. Это найдется в статуе. Используй, чтобы добраться до дома нового дома. Когда окажешься внутри, отключи верный генератор здания. Удачи. Так, нужно идти под статую, потом какой-то дом милый. Где только этот милый дом найти?